Ранее в игре «Драйвер Сан-Франциско». Убийце и международному преступнику Чарльзу Джерика должен быть вынесен приговор. Джерика стрелял мне в спину. Многих наших положил. Ты же слышал, сегодня Джерика посадят. И все, ты можешь гордиться. 40А30, мы едем на помощь ребятам, попавшим под обстрел с треклятого вертолета. Я Рэй. Не хочется верить, что я правда это видел. Да, но ты видел. Я не схожу с ума. Все правда. Ага. Это диспетчер. У нас похищение у городской ратуши. Похищение? Сегодня мы не скучаем. Жертву зовут Сара Аллен. Она сумела нам дозвониться из багажника машины похитителя по мобильному. Я понял. Переключай. Это Сара Аллен. Вы меня слышите? Слышу вас, Сара. Вы у ратуши? Я была на площади. Меня схватили. Среди людей. Смелые. Держитесь, Сара, мы скоро будем. Похоже, мы въехали в тоннель. Или под эстакаду. Держитесь, Сара. Итак, Сара, где вы сейчас? Я слышу полицейские сирены. Я не... У нас не было вызова. Наверное, это сирена скорой помощи. Рядом с больницей. Отлично. Вы меня слышите? Я проехала. Алло. Сара, проклятие. Что дальше? Мне надо на ее место. Что ты? Тихо, не отвлекай меня. Не отвлекайся от девушки в багажнике. Ну да. Черт возьми, я не отстану. Надо вскрыть багажник. Эмбаркадера, вперед! Что? Я там был в багажнике, я его открыл. Ты уж предупреждай, когда так делаешь. Хочу знать, ты еще Даннер или зомби-автопилот? Извини. Чертов зомби. Ну давай же, наш супергерой. Где же она? Она в центре. Она точно в центре. Надеюсь, ты не издеваешься. Ты что? Держись, Сара. Она где-то здесь. Здесь. Где-то совсем рядом. Я вижу столики, как в кафе. Если собрался блевать, то открой окно.
Этот парень подозрительный? Тот, что гонит на полной скорости? Еще как. Мы не вытащим девушку живой, если станем таранить его в багажник. Не лезь в другой ряд. Следи за уродом впереди. Навигатор, черт возьми. Отлично. Спасибо. Мэм, вы целы? А вы кто? Детективы. Как вы меня нашли? Вам лучше не знать. Расскажите, что произошло. Я заметила женщину на площади, прежде чем меня схватили. Красивая, иностранка, может, с Ближнего Востока. Вдруг она приставила мне нож к горлу и велела мужчине затолкать меня в багажник. Не верится, что это было со мной. Она ехала в той же машине? Белый спорткар, пожалуй, европейский. Здесь замешаны большие деньги. Но почему вы? Чем вы занимаетесь? Промышленная химия, уничтожение отходов. Вот что. А они за мной не вернутся? Какие мысли, Джон? Наркота? Возможно. Но у меня ощущение, что здесь все не так просто, как кажется. Промышленный химик. Меня это почему-то тревожит. Но у нас есть частичное описание похитителя. Это может кое-что дать. Как мой напарник, доктор? Ушибы головы, шеи, грудной клетки. Результат автомобильной аварии. Ну, как она там? А, слегка на нервах, но ничего. Но не каждый день тебя заталкивают в багажник. Ее уж точно нет. Ладно, поехали. Давай. С каждым разом все круче и круче. Надо ее обкатать, поддать газу. Так, полетели. Ха! Вот это я понимаю! Вам лучше как следует представить.
Ты что так расстроилась? Я не хотела. Сначала... Лучше за что-нибудь держаться. Да-да, ровно так я себя и чувствую. Будто держусь из последних сил. Послушай меня, дружок. Успокойся. Сунь соску обратно в рот и... Слушай, дрянь, твой сопляк Лил Бэй у меня тема стырил, так что сегодня мы сорвем ему вечеринку. Джеки, кажется, он очень зол. И что ты сделаешь, козел? Ведь место секрет. Секрет? Да вы по всему городу навешали указатели. До встречи, Джейви. Черт, Гэри, я хочу, чтобы Лил Бэй успел хоть что-то сыграть, пока не угодил в морг. Ну да, миру так нужны рэперы. Напалм не знает, где будет вечеринка. Надо просто спичить. Обалдеть, неужели под слоем мяса кроется мозг? Мозг тут недавно. Надо заботиться о репутации, Гэри. Я не могу ездить в битой машине. Представляю себе эту репутацию. Ты думаешь сорвать нам вечеринку сегодня? Если не сегодня, так в другой раз. Ха! Лил Бэй так поднимется после сегодня, что ты к нему и на бульдозере не прорвешься. Слушай, я же не могу приехать на битой тачке. Это имидж, понимаешь? Если я не уберу указатели, тебе вообще некуда будет ехать. А ну соберись, Гэри, бога ради! Поосторожнее! Судиться буду насмерть! Удачи в поисках клуба, Напалм. Ты за это заплатишь, Йо. Мне заплатит, когда Лил Бэй вытурит тебя с вершины чартов. Где вечеринка Лил Бэя? Нет, не знаешь. Ха! Если я не найду, где вечеринка, может, я лучше тебя прикончу? Да-да, Напалм, ты только болтать и можешь. Thank you.
церковь. Они обчистили церковь? Да, украли пожертвования. Мерзкий день, мерзкое настроение. А теперь еще эти уроды. Ну пусть пеняют на себя. Аминь, сестра. Мы с этими парнями шутить не будем, договорились? Я столько лет хотел это сказать. Что сказать? Нас ведет сам Господь Бог. Варианты, варианты. Вернуться к погоне на патрульной тачке или использовать движение на дороге, чтобы замедлить этого парня. Итак, что у нас тут? Лучше держись, старина. Молодежь! Быстрее, чем 50. Иначе миссис Динкович. Еще один хэппи-энд. Деньги за прошлый раз. Мы удвоим сумму. Ты идиот! Thank you.
Не забывай, Бу, это моя красавица-тачка. Ага, держись давай лучше. Случайно, клянусь. Это слишком опасно, чувак. Thank you.
Не понимаю, чего все так засуетились? Я вложил все деньги за прошлый раз. Мы удвоим сумму. Ты рехнулся? Я же говорю, я не помню, как ехал. Мне плевать, как, Дзюм. Давай еще раз. Потому что иначе мы теряем машину. Машину я тоже поставил. Ты идиот! Ты готов удвоить наши деньги? Я не готов на себя взвалить такую большую ответственность. Черт, я весь взмок! Да, зрелище легче. Вот это мой любимый братик. Поверь мне, это не он. Просто чудо. Да, я такой. Почти как ниндзя. Тебе видней, чудик. Да-да, мы первые, самые первые! Это не Формула-1. У нас нет механиков, которые нам потом починят тачку. В центре гонки. В прошлый раз было куда лучше. У нас будет время все исправить. Надеемся. Будешь так гнать, и клянусь, я отдам тебе почку, если что. При чем тут пересадка органов? Да это я так. Спасибо, вот что. Мы впереди, детка! Поговорим о том, разумно ли ставить все деньги на один забег. Ты о чем говоришь? Мы же всех рвем. А ему так будет не всегда. Что, ты как по волшебству разучишься хорошо водить? Мы разбогатели! Это точно! К черту колледж! Давай так зарабатывать! О, боже!